Дружище, если ты рад, что наконец-то начались летние каникулы, тогда поставь лайк за 3 секунды. Ребята, если вы еще хотите приложения всевозможных крутых РП скрипт-механики, тогда не забудьте поставить лайк и, конечно же, подписаться на мой канал. Спасибо тебе, дружище, за лайкосик, за подписочку, приятного просмотра. Всем привет, ребятки, мы продолжаем играть в скрипт-механик вместе с Мишей Мегаджамбо. Всем привет. И у нас сегодня новенький вооруженный побег из тюрьмы. Ребята, так как добавили вот эти вот новые пушкенцы, можно записать много всевозможных роликов новеньких и всевозможных РПшек. Вот мы как раз сегодня и решили начать именно с побега из тюрьмы, потому что это очень крутая и интересная рубричка по скрипт-механику. Так что давайте начнем. Конечно же, если вам понравится, давайте наберем много-много лайков. Много лайков, да. Все, давайте начнем. Я, короче, типа такой вот полицейский. Приехал в полицейский департамент. Угу. А я сижу на толчке такой, типа, занятой весь. Миша у нас будет заключенным. Че двери не закрываются? О, закрылись. Так, вроде нам сюда куда-то. Так, быстрее выходим. Опа-на. Я в самой защищенной скрытной, типа, камере. Так, нам вроде сюда дальше. Да, вот. Ну, я, короче, да, типа, новенький такой вот полицейский впервые приехал ничего не знает, в эту тюрьму и только в ней разбираюсь. Так, мы спускаемся вниз на секретный этаж подземный. На лифте, в котором сидит самый опасный преступник. Преступник. Так, руки вверх, вставай. Что ты мне помешал? Как это? Видишь? Вставай, руки вверх. Какой руки вверх? Мне сказали, чтобы я тебя перевез в карцер. Ты сильно себя плохо ведешь. Я тебе не позволю мне перевозить. Я тебя сейчас пристрелю или шоки. Ладно, ладно, хорошо, ладно. Стенки встал мордой. Ладно, вот встал. Выходи. Выходить? Ладно. Да. Так, куда дальше? Сюда? Нет, не сюда. Не рыпайся, а то тебя пристрелю. Так, сюда, да. Проходи, проходи. Все, нам наверх. Да, наверх. Сюда? Да. Нет, выше. Сюда. Выходи, давай. Хорошо. Куда дальше? Так, нет, нам не сюда, нам вообще в другую, как бы, в другое помещение. А, я понял. Так, подожди, куда нам дальше? Нам вроде сюда. Нет, нам сюда, сюда. Сейчас лифт нужно вызвать. Заходи вперед. Хорошо. Так, а ну-ка, подвинься. Жирная ты морда. Ну, я объелся, блин, меня кормят каждый день по килограмму картошки и мяса. Ну, короче, ладно, давайте я спускаю вниз, и сейчас сам дальше приеду. Да, хорошо. Так, это шанс бежать. Конец. Блин, я застрял. Слышь, нажми кнопку. Я тут застрял немного. Ладно. Ай, блин, ты куда меня вызвал? А, что происходит? Может убежать там? О, какая красота. Ой-ой-ой, быстрее, он, кажется, сейчас убежит. Что я наделал? Меня же уволят теперь из полиции. О, нифига, машина. Можно оружие взять. Ну, едь, лифт снова поломался. О, едет вроде. Давай вниз. Ох, какая красивенькая машинка. Найду здесь оружие или нет? О, какая всё. Красивая пушечка, офигеть. Где он? Блин, он, походу, сейчас убежит. Ай. А ну, остановись. Ой, он пушку взял. Боже. Садимся в машину. Так, блин, быстрее в погоню. Попал. Ой, попал. Всё, это электрошокер. А, меня дринкает. Все. На. А, я, меня тоже начало. Но я тебя больше не попал. Ну да. Все. В пойман был. Ты меня поймал, да. Ты не смог убежать. Окей, ребята, теперь давайте я буду заключенным, а Миша будет полицейским. Поехали. Да, поехали. Теперь я полицейский. Хо-хо, полицейский. Я, короче, какой-то молот такой сделал. Давайте попытаемся сбежать из этой тюрьмы. Так, да. Буду бить по вот этому замочку, чтобы сломать его. Я новичок, его. В принципе, я не знаю, что здесь, да как в полицейском участке. Титановая. Так, лифт у нас с какой стороны? Вот здесь? А, ладно, пойду так, посмотрю. Здесь это... Так, стоп, а это что у нас за место? Мне нужно туда пробраться, вот, да. Ну как туда пробраться? А, это вроде на втором этаже. Да. Если вот я сюда лучше сяду. Лифт едет? Да, вроде едет. Кровать высокая. О, все. Самый опасный преступник ждет меня. Надо быть к этому готов. Наконец-то приехал этот лифт, боже мой. Как же он долго едет. Нажимаем кнопочку вниз. Так, все закрылось. Меры безопасности соблюдаем. Блин, слышно за километр эти крапы. Блин. Ну придется ворваться, чтобы он обкекался, что ли. Руки вверх, я сказал! Кто тут? Что такое? Ай-яй! Быстро, в другой участок! Что? Приказ! Только что приехал, что чтобы такое? В другой участок тебя перевести. Хорошо, да. Выходи! У тебя ничего с собой нету? Нету, подожди. Нету. Стоп, можете проверить.
Лицом к стенке. Смотрим. Так, затычек ничего нету. Так, замечательно. Все. Заточек. Заточек, да. Затычек. Все, выходи, давай, вон, налип. Хорошо, хорошо, да. Так. Опа. Нажимаем кнопочку, уезжаем. Да, едем, едем. А куда вы меня везете? В другой участок. Более опасный. В этом городе. Может, безопасный? Да, безопасный. Конечно. Так, значит, нам сюда. Дай пройти, ты. Преступник, блин. Хочешь уже, наверное, сбежать отсюда? Да нет. Так, вот вроде лифт, если не ошибаюсь. Или здесь что-то есть? Нет. Вроде ничего нету. Вот вроде лифт. Да, 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 правильно. На вниз. Даже ты знаешь, куда ехать. Нифига ты умный. Так. Ой, блин, что сделал? Блин. О. Из-за всё, вас ты никуда не сбежишь. Из-за вас, да, так да, я не собирался. Блин, я не знаю. Из-за вас лифт поломался. Блин! Ментяра. Сволочь! Взял, сбежал. Быстрее выпрыгиваем. Во, все нормально, идет машина. Вон его машина. Надо посмотреть, что там в окне. Быстрее, быстрее. Куда он побежал? Я не знаю, он сбежал или нет, я его не слышал. Быстрее, быстрее, быстрее. Вроде он куда-то. Вот лифт уже приехал. Замечательно. Все, садимся и уезжаем. Вниз. О, тут еще и пушка. Надо его догнать. Пушка. Где он там? Где он там? Я же забыл, что там есть автомобиль. Безопасный для копов, и он получает. Бежать, он стреляет уже. Офигеть, быстрее к машине бежим. Так, ладно, садиться пора уже и уезжать отсюда. Ну давай быстрее. Ну пострелять по нему. Может, колеса отобью, не знаю. Ой. Так быстрее, быстрее, быстрее. Надо садиться в полицейскую машину. Водичели. Сейчас я тебя затараню, тупой ментяра. Ладно, не буду. Убил. Так, дверь закрыл. Что это за мигалки какие-то странные? Не блин, знаю, я не смогу детские. От него оторваться. Не это детский карцер просто. Ты что? Ой, он сейчас меня врежется. Оу. Не, я не смогу реально от него оторваться. Нужно отстреливаться. Сколько он уже лет сидит в этой тюрьме и до сих пор не разучился водить. Офигеть. И стрелять. И стрелять тоже. Ну, не знаю, может, во снах вечную перестрелку делает. Тупой преступник, блин. Надо вот догнать. Машина не особо мощная, не хочет. Опа! Ты не затарань полицейский участок! Блин, я бы затаранил. Такс. Выпрыгнул, что ли? Ой, надо тоже выпрыгивать. Стреляем, стреляем, стреляем. Реально опасно просто. Через машину стреляем. Ой, преступник! Ранил меня в ногу, блин. А у меня тоже по руке цапнуло. Нужно его убить. Кто-то убежал. Так, а где он? Ребята, а где преступник? Он бежал. С другой стороны, что ли, пошел? Куда он там убежал? А! Блин, он апгрейднул пушку. Походу, там полицейском участке еще больше. Я еще не добрался туда. Блин, это реально опасно. В погоню за ним надо. Срочно. Либо просто у выхода ждать. Хотя так, там же есть здесь безопасный выход. О, чекин-код. Я слышу, слышу. Карточка доступа к оружейке. О, класс. Боже! На втором этаже? Вот оружие. Ого, сколько здесь пушек. Воу. Так, сюда не надо заходить. Так. Здесь опасная территория. Всё здесь нормально. Бочки в полицейском участке, он может их взорвать. Блин, надо как-то отсюда мне выбраться. А люк какой-то высокий, не могу туда добраться. Так, он что, на крышу, что ли, собрался лезть? А как он потом выбираться будет? Ё-моё. Вон я его вижу. Это реально опасная ситуация. Так. Так, ой, это что у нас здесь? Где он? О, секретная еще какая-то потайная комната. Нормально. Блин, придется забежать в участок. Нет, это главное, чтобы он в участок не забежал. Надо рисковать своей жизнью. Так. А! Тихо, надо спрятаться. Походу, лифт это едет. Максимальный этаж. Блин. Походу лифт едет или нет. А, я могу туда забраться, Блин, коп уже так, приближается. Я выбрался. Так, вот сюда надо. О! Оказывается, там люк был, чтобы в лифт попасть. Так, а почему я здесь остановился? Так, так. Вот здесь вот. Как же здесь клавишу забраться? Придется вниз спускаться, блин. Я, наверное, уже до преступника всё, не доберусь. Всё, наконец-то. Придется на улице его ждать. Не так, знаю. Так, вот сюда. Это что? Ух ты, что это? Что это? Что ты там нашел? Это комната управления, походу, воу. Если он доберется до комнаты управления, это вообще будет шок.
Так. Я его вижу. Ой, аккуратно. Ой, попал по мне. Быстрее, за его машину спрятаться надо. Так, вроде офигеть, он обстреливает. Блин. Надо его остановить очень срочно. Он же такой шум и гам в городе устроит. Это вообще будет. Что-то с чем-то. В другом месте оказался. Попал. Все, блин, в ногу тебе попал. Да, попал в ногу. Блин. Может, наряд вызвать, я не знаю. Он обстреливает еще, он хочет, походу, меня реально убить, потому что... Ну, я пушку прокачал. Меня послали его в другой участок, в самый опасный, перевести, но он, видимо, вообще не хочет. Стреляет, обстреливает, откуда? Я не вижу, откуда обстреливает. Блин, бежим. Давайте бежим. Этого ментяру задавим. Он уже сел в машину! Офигеть, не надо, пожалуйста! Все, пока, прощай. Нет, он не хочет, я его только ранил, его надо завалить. Так я не туда сел. Оу! Боже, пожалуйста. Он стреляет по моей машине. Надо его задавить, чтобы ничего такого не случилось в городе. Он сел в свою машину, блин. Еще и машина бронированная, не таранится. Ты вообще шок. Воу. Обстреливаем. Боже, поймал, все, я тебя отстрелил. Тоже. Мы друг друга убили. Да, мы походу друг друга убили, мы от ранений, короче, умерли. Ну, в принципе, на этом все, ребятки. С вами был Мега Джамбо Славик Мас. Если вам понравился этот видеоролик, то ставьте лайк, пишите комментарий. И не забудьте, конечно же, ставить лайки. Много-много лайков. Все, давайте всем пока.